Белорусская торгово-промышленная палата принимает заявки на республиканский конкурс «Лучший экспортер 2020 года». В нем могут принять участие предприятия-экспортеры продукции, работ или услуг собственного производства. Для участия в отборочном этапе необходимо заполнить размещенную на сайте торгово-промышленной палаты конкурсную карту и направить ее организаторам. Заявки принимаются по 18 марта. Белорусский авиаперевозчик с 30 марта возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск, Батуми и обратно. Из белорусской столицы полеты будут выполняться по вторникам и пятницам, обратный вылет по средам и субботам. К началу летнего сезона количество рейсов планируется увеличить до 7 в неделю. При себе, выезжающим в Грузию, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 3 суток до вылета. Массовая вакцинация от коронавируса всех желающих начнется в апреле. Об этом заявил министр здравоохранения страны. Накануне в Беларусь доставили партию 40 тысяч доз второго компонента российской вакцины. Должна прибыть еще одна 100-тысячная партия. Дмитрий Пеневич подчеркнул, что вакцинация уже выходит за пределы медколлективов. Прививки получают педагоги. В Академии милиции подготовили первый выпуск специалистов по борьбе с киберпреступлениями. Специальность уникальная. Академия МВД – единственный вуз в стране, который готовит кадры для подразделений внутренних войск. Новая программа подготовлена с учетом современных вызовов и новейших технологий. Март в Беларуси в этом году ожидается теплее обычного. По прогнозам синоптиков, средняя температура будет выше на 1-2 градуса. При этом климатическая норма составляет от минус 1 до плюс 2. Количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений. Это от 30 до 50 миллиметров.